День защиты детей, Тирасполь, фотозона с Мальвиной и сказочными героями. Здесь и мастер-классы, и конкурсы на ловкость. Ну и куда без мороженого? Конечно же, бесплатного. В сказочной стране даже пираты добрые. Это билетик там, где надо выполнить задание. И за задание ставят галочки. Мне дали куклу за то, что я в шариках выиграла суперприз. Играла в быстрые апельсины. Так, а какой тебе конкурс больше всего понравился? С водяными шариками. А почему? Потому что я там два шарика сбил. Билет на участие в конкурсах стоит 25 рублей с ребенка. И мы почему так сделали? Для того, чтобы собрать на благотворительные цели, на помощь детям. То есть эти деньги, все собранные деньги с этого мероприятия пойдут на помощь детям. А это Бендеры, набережная. От станции юных туристов, эстафеты и конкурсы для любителей путешествовать с рюкзаками. Учили вязать узлы и спускаться по подвесной переправе. Прокатиться с ветерком выстроилась целая очередь. Как тебе, понравилось? Да, очень классно, прикольно. И весело. Ты когда скатываешься вниз, очень прикольно. А это уже Борисовский сквер. Цирковая программа, игры и концерт. Всем бесплатно, сладкая вата, квас и мороженое. Победителям конкурсов – билеты в кинотеатр на мультфильм о Снежной Королеве. Музыка, дискотека понравились, так как выступают девочки-гимнастки. Очень красиво. Очень весело все для детей. Спасибо большое им. А слободзии юные модели устроили настоящий показ мод. Так зажигал ритмик данс. В Григориополе эстафета «Зов джунглей». Пели в караоке, лепили из глины, делали самых разных животных из бумаги. Устроили настоящее цирковое шоу и даже мини-дискотеку. В Дубасарах праздновали по-зожному. Акробатический флешмоб, бокс и футбол. Этот день самый лучший, потому что это первый день лета. Это очень хорошо. Мы выиграли, мы чемпионы Молдовы. Золотые медали, грамоты, кубок. Мы очень рады. Я желаю всем хорошего настроения на этот день и на все лето. В картинной галерее творческая мастерская и мастер-класс по гротографии. Вместо кисточки – зубочистка. Замечательный праздник, мне очень нравится. Почему? Потому что он для детей, и тут так много всякого интересного, конкурса. И вообще просто очень интересно ходить по городу. Праздник в Каменке в парке Витгенштейна. Яркие фотозоны, шарики от Мишки и вкусные шоколадки достались всем. Ну а здесь при помощи аквагрима превращались в кошечек, лисичек, бабочек. Бегали по туннелям вместе с клоунами Чупой и Чупсом. На сцене блистали юные танцоры из Каменского центра развития ребенка. Я очень люблю танцевать, и мы танцевали на сцене, и нас все зрители смотрели. Сначала у меня плохо получалось. Изготавливаю браслет, чтобы все знали, как меня зовут. И это на память о 1 июня, на День защиты детей. Я желаю всем, чтобы всем было хорошо здесь. И этот день никогда не забыли. Праздник детства во всех городах и районах Приднестровья отмечали по-разному. Но везде детские улыбки и смех.